Вчера не удержался, пришел с работы, посмотрел уже в Ютубе. В Ютубе этот самый парад на Красной площади на 9 мая. Ну, как говорил профессор Преображенский, это просто позор какой-то. В общем, кратко для тех, кто не видел этого парада, не было времени там или по другим причинам. Значит, в общем, техника двигалась, ну, по моему мнению, минут 4, может быть, 5. Вот. Ну, СМИ пишут до 10 минут. Но это тоже до 10 минут. Значит, во главе техники, колонны техники, они запустили украинско-американский танк Т-34, собственную гордость. Кто не знает, 34-ку разработали в Харькове. Вот, сейчас это завод имени Малышева, там, где делают наши танки и ремонтируют. Вот. А производился он из американских комплектующих, начиная от катков и заканчивая кончиком пушки. Вот. За 34-кой шли эти самые, значит, бронеавтомобили, по-моему, два типа. Тигр — это на двух колесах, и там, по-моему, на шести шли. Ну, в смысле, на четырех и на шести. Вот. И потом они запустили, следующим пошел Искандер. За Искандером прошла там пятерка, по-моему. Ну, в общем, до десятка С-400. И... А, был еще у них БМП... Да, БМП. Ну, в общем, транспортная машина. Этот... Бумеранг. Это вот свежая разработка там 13-го года какая-то. Ну, их еще, по-моему, на фронте даже никто и не видел. И ядерная Елда. Этот комплекс Ярс. Вот. Ну, собственно, и все. То есть, ну, неужели у них вообще уже запасов никаких не осталось? И вот, ну, как бы вопросов больше, чем ответов. И почему, ну, если там уже нечем действительно все на фронте, все мы спалили, сожгли и уничтожили, то почему нельзя было пособирать по всей России всю старую технику, ну, или хотя бы стилизированное какое-то шоу сделать там, ну, там, я не знаю, с этими, с Катюшами, Студебекерами, Виллисами... Опять же, 34-ками им Китай поставил, по-моему, в прошлом году 50 штук. Вот, и запустили что-то такое стилизированное под Вторую мировую. Оно посмотрелось бы, ну, хотя бы более-менее, ну, типа так и надо. Но, видимо, мозгов и на это не хватило. Поэтому, ну, сам парад, конечно, движение техники выглядело кошмарно. Вот какой парад, такое у них и войско. Куча дебилов и вот такой вот бой.